Волейбольный мяч, ловкость рук и быстрота ног – все, что нужно для победы в эстафете. Это часть турнира для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Он проходит ежегодно. Когда-то его участников лично приветствовал олимпийский чемпион Виктор Куренцов. Но 3 года назад выдающегося спортсмена не стало, поэтому теперь каждый турнир посвящен его памяти. К сожалению, Виктор Григорьевич оставил нас 3 года назад. Вот 7 апреля был его день смерти, а 5 апреля у него день рождения. Почему? И этот турнир мы всегда проводим в апреле месяце. Дартс, кульбута и джакала – массовые виды спорта. Программа турнира была насыщенной. Для многих участников это событие долгожданное. Я когда переехала сюда где-то в 2015 году, я не сразу узнала про этот клуб «Одинец», куда я хожу, а потом узнала. И, в общем, мне очень нравится заниматься и дартсом, и джакала, и очень приятно, что так, ну, около 10 лет я ухожу, вот, и, в общем, у нас очень хорошие тренера, и, в общем, вот как-то так. Кульминация турнира – церемония награждения. Каждый призер получил заслуженную награду – грамоту и медаль, а победители – тарелку с фотографией Виктора Куренцова. Евгения Климова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».